6 декабря в продаже четвертая часть зомби-блокбастера Dead Rising, одного из старейших сериалов для Xbox. Несмотря на свою, в общем, мрачную, загробную тематику, Dead Rising довольно легкомысленная игра. Ее герой не пытается отчаянно спастись и выжить. Он скорее развлекается и экспериментирует. Куча зомби, куча оружия, фейерверки, карусели и огромная доля самоиронии. Помните фильм «Зомбиленд»? Вот по духу очень близко. Накануне выхода Dead Rising 4 отвратительные мужики собрали друзей, популярных игровых журналистов, блогеров и стримеров, чтобы посмотреть, как люди, знакомые с зомби по развеселой видеоигре, будут вести себя в ситуации, приближенной к реальности. Для этого мы отправились в коридоры одного из самых мрачных и реалистичных тематических квестов в Москве — «Супермаркет Зомби 2». Виктор Зуев, Денис Бейсовский, Артаваст Мурадян, Ричард Чиркин, Денис We Love Games и Захар Бочаров. Никакого оружия, никаких сохранений, никакой пощады. Егор, это он. Кто выживет, кто сойдет с ума? Пожалуйста, закрой эту дверь, пока мы не выходим из нее. Кто предаст всех ради спасения собственной шкуры? Есть там что-нибудь? Вы видите меня хотя бы? Ребят, помогите! Быстрее, пока нам свет есть! Господи! Консервы, берем консервы! Я слежу за происходящим через экран наблюдения, и там, где парням будет страшно, мне, я думаю, будет очень смешно. Так, хорошо. А, вот камера. Так, это мы смотрим. Да, ну слушай, действительно, HD Майер. Тут что-то есть, смотри. Наконец-то они сподобились поднять башку и увидеть там вентиляцию. О, господи! Давай, руку. Спасибо, чувак. Молодец. Иначе мы все сдохнем, вам придется консервы жрать. Его ждет сюрприз. В смысле? О, блядь! Господь! Итак, да, дверь открыта, поздравляю. Давай. Дверь закрывай! Витя спрятался один и закрыл дверь. Витя. Самое важное во всех постапокалипсисах, ребят, это лутить бабло. Открывайся, касса. Я посмотрю, что в компьютере есть. Чиркин-то переодевается, что ли? Мне кажется, Ричард просто сошел с ума. Как тебе мои танцы? Чем лучше я узнаю живых, тем больше люблю мертвецов. Кажется, питание пропало. Включаю. Давай, что это генератор? Нам нужно залить сюда бензин. Фонарь. О. Фонарь, естественно, фонарь максимально ебанутый. Где канистра? Открывай генератор. Вот ключ. А нет, это не тот ключ. Вот канистра, ищи. Где? Вот. А ты специально мигал до этого? Да? Вот это вот на нервы действует? Вот она, внизу. Собирай, вот она. Пойдем. Тихо. Закрывай. Тихо. Давай быстрее!
Это был увлекательный зомби-квест. Мы больше сражались собственной глупостью, собственными страхами и непониманием того, что происходит, чем с зомбями. Но, в общем и целом, впечатлений много. Даже в конце появился какой-то адреналин, когда мы бежали от этой толпы. Это прям... Это впечатляет. Что, на квестах уже не в первый раз. Теперь это было, так скажем, ознаменовано выходом игры Dead Rising 4. Надо сказать, что игра для меня более чем знакома. Сейчас же нас запихнули вот в одну, считай, ситуации как раз-таки этого самого Dead Rising, только убивать не нужно было никого. Тут как раз-таки уже больше олдскульный какой-то геймплей, где главным твоим оружием в этом случае был мозг. В общем, эмоции от квеста просто невероятные. Пытался вжиться в роли, как-то роллплеить, и все эмоции прям отбило на 12 из 10. Прям очень понравилось. Да, на кого ставим? Захар. Да. Ну смотри, кто у нас любитель зельды? Тут и лезет. Понятно сразу. Тут и лезет. Один из моих. Ну ты не там зомби? Да, я вижу. Они тупо стоят! Надо хватать! Денис, смотрите! Так, а жук это по размеру. На свет смотрит, типа, на Диснею порой. Да мы уже вижу. Вижу. Я здесь, что здесь? Так. Он заходил в холодильную камеру, точно. Заходил? Да, но не знаю, вышел ли он из нее. Бегом, Захар. Если что, через вентиляцию можешь. Ага, хорошо. Обратно. И зомби, сука. Включи свет нам, пожалуйста. Нет, заблокируй дверь, Пожалуйста, закрой эту дверь, пока мы не выходим из нее. Кто вы? Где Егор? Я Аня. Ты что, знаешь, Егор, это плохо. Интересно, кто найдет? Просто есть. Эй, ребят, помогите! Да нет, быстрее! Классный квест, очень понравился, интересный, страшный, агрессивный. Временами было действительно неподдельно стрёмно, то есть зомби прятались где-то в темноте, шуршали. Самое страшное — это враги, которых ты не видишь. Этим принципиально отличается, наверное, от каких-нибудь игр вроде Dead Rising, где зомби много, у тебя куча оружия, а тут ты беспомощный, надо что-то искать. Было очень много эмоций, страха. Я боюсь, что даже не засну сегодня ночью. Одно... То, что мы оказались с моими коллегами в вентиляции втроем, это уже дорогого стоит. Мне очень понравилось. Единственная проблема в том, что, в отличие от реальной жизни, нельзя вредить зомби. Все остальное было, до чертиков, похоже на правду. Впечатления довольно хорошие, такие позитивные, мало. Хочется еще. Но страшно до усрачки просто.